Вот уже 65 лет, как выпуски радиопередачи «Азаттык» выходят в эфир на кыргызском языке. Первый эфир провел кыргызский известный журналист Азамат Алтай. На сегодняшний день «Азаттык» — это современные СМИ, которые используют передовые технологии в распространении информации. Помимо радиопередач, «Азаттык» предлагает своим зрителям и слушателям веб-сайты на кыргызском и русском языках. Кроме радиопередач и веб-сайтов, мы предлагаем нашим зрителям телепроекты, как «Неудобные вопросы», «Фокусе Евразия», «Данисте», «Мы и религия», молодежная программа «Азаттык плюс», а также новый проект «Эжесингделер». В данное время в нашей команде работают больше 60 человек. Все они профессионалы своего дела. Каждый молодой журналист, который попадает сюда, получает огромную возможность попробовать себя в разных телепроектах. Я думаю, что для них это огромный опыт. За последние 2 года «Азаттык» расширяется. В данное время у нас есть современная собственная студия, где мы готовим все свои телепроекты. А также мы продолжаем сотрудничать с местными телеканалами, где в эфир выходят наши телепродукции.